У програмі «Актуально» говоримо про не лише про Волинь і про ситуацію в нашій області, а й про інші регіони України. Зараз разом зі мною на скайп-зв'язку харків'янка Анна Гін. Вона українська письменниця та журналістка. Вітаю вас сьогодні. Вітаю вас. Чуєте мене добре, правильно? Так, так. Розкажіть, де ви зараз є, чи у безпеці? Зараз я у безпеці. Я перепрошую глядачів вашого каналу, але я намагаюся розмовляти українською, але це така азіровщина, бо я з Харкова. Ми зараз всі харків'яни намагаємося розмовляти українською, але дуже незручно, той встроєний перекладач підторможує. Поэтому пока сегодня я расскажу вам свою историю, возможно, то, что происходит в Харькове на русском языке, и прошу прощения у ваших зрителей. Я отъехала недалеко от Харькова, километров 200-250, но мне пришлось эвакуироваться, к сожалению, к величайшему моему сожалению, как и многим харьковчанам. Сейчас пока не существует статистики, сколько выехало харьковчан из города. Ну, по ощущениям, наверное, процентов 40 точно. Почти приближается к половине. Это по ощущениям, этой статистики нет. Коли ви виїхали, що стало останньою краплею для того, аби все-таки переїхати з Харкова на якийсь короткий термін? Ви класно сказали, на якийсь короткий термін. Да. Хотілося б, щоб він був як можна коротше, цей срок. Скажу чесно, рішення було тяжелішим, так як у мене залишились батьки в місті Харкові, і це прям моя боль, вона ніколи, це рана, мені здається, ніколи не буде затягнута. Но у меня, как говорят в Харькове, мы сломались. Да, я сломалась на истребителях. Мы 11 дней провели в Харькове под ежедневными обстрелами, которые продолжаются по сей день ежедневные. В том самом районе города, который наверняка часто показывают вам, часто видят зрители по телевидению, это Салтовка. Самый несчастный район, который... ежедневно и практически ежечасно обстреливают орки. Ну вот как-то с этим еще можно было жить, ну как-то, как-то это очень такое условное понятие, с этим можно было жить, но когда на 11 или на 10 день полетели истребители, это было страшно. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Этот звук никогда ни с чем не спутаешь. И моя ситуация усложнялась еще тем, что... у меня большая собака, доберман. Собачники поймут, это член семьи, я не могу его оставить и не могла спуститься с ним ни в какое бомбоубежище. Это крупный пес, 45-килограммовый, бомбоубежище, маленькие собачки, кошечки, кролики, дети. Но там и так хватало страха, чтобы еще туда привели маленького коня. У нас такой пони, он спит. Поэтому я не могла спускаться в бомбоубежище, не могла спускаться в подвал. Живу я на высоком этаже, на 15-м высотке. Я не только слышала постоянно эти звуки взрывов, рвущихся снарядов, но и видела, как они летят и куда они летят. Но когда полетели истребители, вот этот ночью такой, знаете, нарастающий, привет, сынок, вот, нарастающий такой звук... ужас вызывающий, вот честно, не преувеличиваю, правда, ужас. Я поняла, что ну, я не могу больше смотреть ни на своего ребенка, который, ну, она спускалась у меня в подвал периодически, но опять же, пока без лифта, а лифты отключили практически сразу с высотки, с 15 этажа спустишься, потом поднимешься, спустишься и так далее. В подвале холодно. В общем, я просто не смогла смотреть ни на свою дочь, которая за эти... не знаю, 11 дней войны, которые мы провели в городе, в квартире, похудела на 10 килограмм. Не на животных, которые в дичайшем стрессе бегали, суетились. У меня большой еще попугай вылезла всех. И нужно было оттуда спасаться, потому что психологически просто невыносимо.
бачила у вас у Фейсбуці, що боялися до останнього запитувати, чи вцілів ваш будинок, і нібито все-таки все з ним гаразд станом на сьогодні. В принципі, у вашому районі чи багато будинків розбомбили? Смотрите, наш спальный район в городе Харькове, вот то, что называется Салтовкой, считается одним из самых больших вообще в стране спальных районов. Он поделен на еще микрорайоны, их достаточно много. Есть Северная Салтовка, которая от нас, от моего дома, ну, скажем, километрах в 2-3. Вот Северная Салтовка пострадала больше всего. И там практически ни одного уцелевшего дома не осталось. Ни одного. А, как говорят, я не военный эксперт, но как объясняют мне ребята, больше понимающие в этой всей мелкой тактике, эта Северная Салтовка, она прям стоит на позиции, куда долетают от орков снаряды, от градов, буков и так далее. Микрорайон мой. Чуть-чуть дальше, буквально 2 километра. А в микрорайоне моем домов с уцелевшими окнами мало. Но, тем не менее, стены еще держатся. Вот, так сказать, тотального разрушения в моем микрорайоне еще не было. Школа, да, школы, детские сады, туда прямое попадание. Туда они бьют прицельно. Ведь, смотрите, они же бьют снарядами... наугад, с одной стороны, вот, ну, ощущение такое, что наугад, вот куда попадет. Есть какие-то цели определенные, явные цели. Ну, там очередь возле новой почты, где люди стояли за тем, чтобы, для того, чтобы получить посылку, когда это неделю назад, когда 15 человек ранено и 6 погибших. Это моя новая почта, недалеко от моего дома, один из погибших, мой сосед Саша. Вот туда попадание прицельное. Или, например, школы. Почему школы? Ну, мы можем только догадываться. Гаражи – их любимая цель. Почему гаражи? Опять же, версия есть такая. Попадание в машины, загорается солярки, бензин, начинается большой-большой пожар. Поэтому гаражные кооперативы практически все побиты, туда целятся. Школы, да. Моей, например, школы. Нет, она еще не могу сказать, что совсем ее нет, но она уже полуразрушенная, в которой я еще училась, и мой ребенок. Ви сказали, що ваші батьки залишаються жити в Харкові. Вони, наскільки я розумію, в іншому мікрорайоні, чи от в тому, що і ви? В том же, что и я, буквально в 2 кілометрах от основної огневой позиції от Северної Салтовки. В том же, что и я. Но... скажу вам, стариков очень много остается, которых уговорить выехать практически невозможно. Вы знаете, я недели три каждый день, трижды в день, три недели я говорила с папой, приводила все возможные аргументы. Это очень тяжелые телефонные звонки. Меня сейчас понимают, ну, тысячи харьковчан, у которых старики остались. Тяжелейшие морально телефонные звонки со слезами, уговорами, с аргументами, но в какой-то момент я поняла, вы знаете, стариков, ну, моим за 80, папе 82, маме 81, их больше, чем ракета, пугает в неизвестность отправиться в своем возрасте. Плюс вся моя, в моем случае, вся эта конструкция усложняется тем, что папа инвалид, у него нет одной ноги, он практически лежачий. И для него путешествие, грубо говоря, до больницы в мирные времена, которое занимало 20 минут, было очень тяжелым, тяжело переносимым для него. А путешествие в другой город или в другую страну, ну это страх, наверное, больше, чем ракета, которая попадает. Ну, это уже по ощущениям. За все это время уговоров, и не только я, и у меня очень много друзей и знакомых, вот такую же ежедневную беседу веду с родителями, пытаясь как-то уговорить, найти способы, то есть вывести гипотетически, даже лежачего можно. Но это очень непросто, очень непростая процедура.
Но возможность гипотетическая есть. Но еще уговорить стариков на этот шаг, это очень непросто. Ви сказали, що десь орієнтовно 40% харків'ян залишилися у місті. То, наскільки я розумію, серед них багато все-таки старшого населення, а молодь виїхала, правильно? Чи багато харків'ян от недалеко, як ви, у Дніпрі, от таких найближчих містах? Ви знаєте, опять же, статистики, наверное, сьогодні не существують, хто куди, хто где осіл. По поводу старшого покоління, в тих районах... Харків дуже великий міст, це потрібно розуміти. Це великий міст-мільйонник, і він так розкинутий на велику територію. Є райони відносно спокійні. Ну, відносно. Тут в ці райони просто не прилітають. Або прилітають рідко, не кожен день, як в тому, де я жила. Вот там люди остаются, и молодежь остается, и с детьми люди остаются. Как-то приспособились, подвалы, как-то там чуть тише. Салтовка, вот этот ад в Харькове, один из нескольких адов в Харькове, но самый главный. Конечно, максимально молодежь с детьми выехала. Там детей уже практически не встретить, но стариков, старики остаются. Многие продолжают оставаться, старики... В районах поспокойнее есть еще молодежь. У меня вот друзья, которые живут в районах поспокойнее города. Они остаются, вот я от них узнаю информацию, куда летело, что прилетело, что разрушено и так далее. То есть созваниваемся, естественно, каждые 2 часа или 3 часа. Знаєте, кажуть, що до війни звикнути взагалі не можна ні за яких обставин. Як от ваші батьки, які там живуть, і попри все, як вони зараз почуваються? Що вони кажуть в порівнянні з початком війни? Привикнути до війни. Я вам зараз розкажу те, що чувствувала я, коли виїхала із бомбежок, із обстрілів, і те, що чувствували 100% моїх друзів і знайомих, які точно так же виїхали. От я попала в Дніпро, а мої друзі і знайомі в різні міста, в тому числі за границю України. От перший шок, він длиться, мабуть, дня 3-4. Просто шок від того, що вокруг є другий мир, в сенсі мир. Относительный. Война идет везде, во всей Украине. Но мне в Днепре сейчас все еще кажется тихо, мирно, ой, работает. Я все еще удивляюсь тому, что работают магазины, на заправках нет очереди, возле новой почты нет километровых очередей. Меня все еще это удивляет. Вот пожив там какие-то, даже чуть меньше 2 недель в состоянии фронта, линии фронта, привыкнуть жить по-другому, по-мирному очень сложно. Я вчера или позавчера была в зоомагазине своим животным, покупала корм. И были еще люди в Днепре, в зоомагазине. Там человек, наверное, 7-8 как-то оживленно. Люди что-то выбирали, корма, игрушки. И вдруг на улице, прямо за стеклянной дверью магазина, грюкнул самосвал. То ли мусор вывозящий, это магазинная машина. Доля секунды, и 3 человека в этом магазине сели на корточки и закрыли голову. 3. Остальные так в недоумении нас смотрели. Угадайте, откуда все эти люди? Я из Харькова, и мама с дочкой из Харьковской области. Вот к вопросу про привыкнуть. Все, максимальное количество людей, которые выехали среди моих знакомых, 3-4 дня не могли в себя прийти от мира. Вот. Привычка ли это войны? Нет, такой привычки, слава богу, наверное, не существует. Но это постоянное системное напряжение, страх, вот эти неприятные ощущения, что вот сейчас прилетит. Это нервное вздрагивание на каждый шум, шорох. У меня собака, я вывезла дочку и животных. Большая собака у меня и большой попугай. Так вот сейчас, если, опять же, мусор вывозят вот здесь под окнами, он бежит в ванну. Бежит и садится в ванну. Это летит ко мне сразу на голову садится. То есть у меня животные уже сколько прошло, они до сих пор на любой громкий звук реагируют, как на выстрел. Когда начинает работать сирена тревоги, все животные бегут ко мне на ручки. Вот этот 45-килограммовый пес, он тоже на ручке. Сирена. Ну, то есть сейчас начнется... Вот от этого отвыкнуть очень сложно. Вот я до сих пор иногда удивляюсь. Ой,
работает кафе, кофе. Ну, простые вещи, да? Ой, новая почта, нет людей в очереди. Вот это у меня все еще ой. І у всіх у нас виїхавших із постійно. От ви кажете, от про це, ой, що щось працює, чи, тобто, в Харкові, наскільки я розумію, усі супермаркети не працюють. Ми вже не говоримо про кафе чи щось інше. Чи вистачає всього необхідного у місті? Смотрите, нельзя сказать, что все не работают. Опять же, Харків большой, є райони. Есть районы, в которых меньше прилетает, значительно меньше. Там тише, там работают мелкие сети, может быть, где-то АТБ работает, где-то сельпо работает. Продукты можно купить. Понятно, что кафешки, ну, сильно вряд ли, может, одна какая-то там на свой страх и риск открылась, но вряд ли. Понятно, что там парикмахерские, какие-то такие сферы услуг, они закрыты, да, ветеринарки. В опасных районах, или как правильно, какой термин подобрать, да, в районах, в которых постоянно стреляют, да, конечно, практически ничего не работает. Но волонтеры из района в район привозят, подвозят. Я знаю, что корма для животных на Салтовку возят из более спокойных районов. Продукты старикам помогают. То есть есть помощь, есть коммуникация между районами, не перекрыта, не закрыта. Можно помочь тем, кто в более вот тяжелой обстановке находится. Угу. Знаете, коли дивимося про Харків і взагалі про інші міста, там, де дійсно були на лінії фронту, де вже зараз, можливо, спокійніше, то дуже дивуються мерам, керівникам тих міст. І Харків, чим здивував особисто мене, це була ввечері інформація про те, що бомбили, ввечері бомбили, вночі бомбили досить серйозно. І під ранок, я дивлюся сюжет на одному з центральних телемарафон новини, і він у нас на 12-му каналі транслюється. І харківські комунальники, людей зо 30, стоять на вулиці і розгрібають ті завали. І журналістка питає, ну ви працюєте, вам не страшно? Вони кажуть, в нас тут за 2 години має бути ідеально чисто, ідеально прибрато, має бути порядок. Ми працюємо без перестанку, безперебійно. І це дуже багатьох людей, ну, насправді мене особисто дуже здивувало, як люди під час війни, під час такої кризи можуть взяти себе в руки, працювати і от наводити лад в своєму місті. Якщо говорити про цей феномен Харкова, Харкова – міста в Україні одного з найчистіших, найдоглянутіших. Зараз це продовжується. І так само от ті люди, які постійно працюють. Що можете сказати про це? Чи це вас не здивувало, як мешканку Харкова? Ви знаєте, дуже удивляє, але ще більше у мене чувство якоїсь гордості і восхищення цим людям. Більше, ніж удивлення. Да, дійсно, ви праві. Харьков очень чистый город последние там много лет, наверное, около 10. Очень много внимания уделяется чистоте города, уборка мусора. Я забыла вообще эту картину, когда в этих мусорных баках и вокруг него не убрано. Просто глаз уже забыл эту картину, потому что ты живешь в Харькове. И скажу честно, вот приехала в Днепр, в спокойный город, и здесь выходные у коммунальщиков, видимо, я так думаю, суббота-воскресенье мусор не вывозится. Я как-то аж вздрогнул, в смысле, что это за так некрасиво, вот это вот возле баков тут все. А у них выходные. Действительно, в Харькове, я вам скажу, кроме того, что вывозится мусор, что самое потрясающее, вот правда, постоянно же орки попадают постоянно в какие-то узлы инфраструктурные, газопровод, телевышка, вышка мобильной связи. То есть вот я звоню родителям, сегодня звоню, мама, газ, Ань, вырубили газ. Я начинаю нервничать, там, что-то придумывать, искать, как им доставить электроплиту. Доставляем электроплиту. Через 2 дня, мама говорит, Ань, включили. Включили, отремонтировали. Звонит. Ань, наверное, не смогу связываться. Света нет, электричество вырубили везде, во всем микрорайоне. Телефон не заряжу. Все, у меня сердце останавливается. Ну как, я без связи. Начинаю что придумывать? Генераторы. Поднимаю на уши там всех, кого возможно. Через день. Ань, свет включили. Телевизор вырубал. Включили. Газ вырубал. Включили. Вода отсутствовала. И горячая, холодная. Включить. То есть, ребят, серьезно, это у меня
ну вот не хватает слов, чтобы выразить восхищение, гордость, благодарность этим людям, коммунальщикам, которые реально под обстрелом все ремонтируют, и газ, и воду, и электричество постоянно. Они на маршруте. Супер, ну правда, очень классно. Ще хочу запитати про транспорт. Як він курсує? Можливо, десь в якихось мікрорайонах і міський транспорт функціонує, щоб доїхати до родичів, чи ще щось таке? Чи виключно власна автівка? Чесно скажу, транспорт практично не використовується городський. Возможно, какие-то маршруточники на свой страх і риск, возможно, но я боюсь ошибиться, нет. Метро полностью, сейчас Харьковское метро является бомбоубежищем, там живут люди, уже не прячутся, но мы уже не говорим, люди прячутся в метро. Нет, они там живут уже второй месяц. Туда уже начинают приходить учителя и заниматься с детьми, офлайн-школа такая на каждой станции своя. Нет, трамваи, троллейбусы, конечно же, не курсируют. Маршрутку я видела одну, и то, возможно, это как-то какой-то водитель на свой страх и риск, но, по-моему, официально городской транспорт. Знаете, Харьков, город настолько сплотился, что если кто-то едет на своем личном автомобиле, там я сама сколько раз под бомбежками моталась туда-сюда, что-то там родителям купить, хлеб купить, там кому-то что-то привезти, лекарства в другой район. Люди стоят на дороге, голосуют, все останавливаются, все друг друга берут. Вот. Как-то раньше такого не было, ну как-то не чужого человека подобрать, не знаю, страшно. Нет, все, никакого страха больше нет, все друг друга берут, высаживают, подвозят, как сплоченная команда в городе. Знаєте, я постійно читаю письменника Сергія Жадана, слідкую, що там в Харкові, власне, по тому, що він пише. І один із перших дописів, який він написав, він сказав, що в кожного харків'янина є хоч один та й родич в Росії. Він пожартував, звісно, але розуміємо, що багато хто, може, дійсно має там якихось близьких, знайомих. Можливо, у вас є такі? Чи спілкувалися ви з ними? Як вони, що вони говорять про те, що відбувається в Україні? Жадан, возможно, і пошутив, но там лише доля шутки. В этой правде є лише доля шутки. Ми дійсно дуже зв'язані родственно. Ну, у мене практично у кожного знайомого є якийсь родственник, навіть не знайомий або друг, а прям вот родственник в Росії. Це правда. Но я вам скажу, что эти связи начали теряться, портиться, разрываться еще в 2014 году. То есть то, что до 22-го докочевало какие-то отношения, это скорее, ну не знаю, случайно, или люди до 22-го все-таки как-то где-то были вменяемыми, меньше смотрели этот зомбоящик в России, и с ними можно было о чем-то говорить. Но в основном связи начали рваться еще в 2014-м. У меня лично действительно там много родственников. Моя мама родом из Сибири, у нее много родных там. Дети братьев и сестер, как-то такие двоюродные и так далее. В советское время, в свое время мы ездили друг к другу, мотались. Мы в Новосибирск, они в Харьков по несколько раз в году. Да, были отношения, связи и так далее. В какой момент они начали рваться? Да, вот где-то... В 2014 году, когда первое непонимание пошло в разговорах по телефону. Когда появилась вот эта риторика фашистов в Украине, каких-то непонятных, эфемерных, выдуманных Кремлем. Когда появилась риторика «мы вас будем спасать» еще с 2014 года. Когда появились первые попытки пояснить, что происходит на Донбассе. А люди не понимали, не верили, отказывались от всяких аргументов, выключали мозг, включали телевизор. Это они постепенно рушились, эти родственные отношения, постепенно. Но вот после 22 февраля, если они еще у кого-то оставались, кто-то созванивался там с братьями, с сестрами, с родителями, с детьми, то скажу честно, после 22 февраля, ну я знаю десятки, если не сотни примеров, когда вот первые дни войны, мы реально кинулись все звонить и писать родным.
Кин, почему-то ощущалось в этом какое-то возможное спасение. Почему-то наивно казалось, что если сейчас россияне, бедные, не понимающие, что происходит, или не знающие, или обманутые своей пропагандой, выйдут, так сказать, на площади своих городов и скажут: нет войны, остановите войну, то она как бы остановится. Сейчас вспоминается уже после Мариуполя, Бучи, Гостомеля и всех ужасов Харькова, которые мы знаем сегодня на 51-й день войны. Вспоминать вот эти наши первые наивные попытки связаться, писать письма своим близким, связываться и просить их выходить на площади и протестовать, да, они действительно окажутся уже наивными, бессмысленными, зачем мы тратили на это время. Я не знаю никого, кто добился бы понимания на той стороне. Знаєте, мені так виокремили для себе з того, що ви сказали про те, що якщо в когось ще були якісь зв'язки там до 24 лютого, то вже зараз вони зникли і зрозуміли, що розуміння немає. Я так пов'яжу з Луцьком. Зараз в Луцьку дуже активно обговорюють перейменування вулиць, меморіалу, на якому там досі 1941 рік. І чомусь мене дуже здивувало, можливо, в такому трохи негативному контексті, коли говорили про перейменування в Харкові Московського проспекту після 14-го року. Дуже активно все-таки декомунізація відбувалася. І харків'яни сказали, що Московський проспект ми перейменовувати не будемо, подібного не трапиться. І от ви сказали, що вже люди почали змінюватися, почали якось по-іншому дивитися на ситуацію. Як думаєте, Московський проспект, нехай це навіть дуже якась така поверхова річ, чи зміниться його назва вже після війни чи під час війни? І чи почнуть люди трошки по-іншому сприймати усе те, що російське, чи вони вже почали так на це дивитися, не як на зовсім добре? Не трошки по-іншому почнуть, а вже категорично по-другому відносяться. Я би здесь вот прям ставила вот такі акценти. То, что не будет больше ни Московского проспекта, ни там проспекта Жукова, ни что там у нас еще пооставалось после декоммунизации, это вообще не обсуждается. Сегодня, уже сейчас, харьковчане пишут об этом, говорят об этом, пишут какие-то петиции в городские советы. Ничего русского, ничего русского, никаких названий, ассоциирующихся с какими-то, тем более политсоветскими политическими, российскими советскими политическими деятелями быть не должно. Названия городов России нет, не должно. И я на сегодняшний день, я думаю, что сопротивления этому не должно быть вообще никакого, тем более в Харькове. Если да, даже после 14, между 14-м годом и 22-м была часть людей, наверное, больше старшего поколения, наверное, которым вот они же там свидание у них было под тем памятником Жукову, ну из этой серии, в смысле там не было политической подоплеки особо, там были какие-то ностальгические нотки по молодости. Вот старшее поколение, конечно, протестовало против тотального переименования, но после 24 февраля, я думаю, таких суперечек не будут більш ніколи в нашому городі. Я уверена в этом. Вот правда, я в этом уверена. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Приємно чути те, що ви кажете. Дякую, що поділилися своєю історією, розповіли, яка ситуація нині в Харкові. Дякую, що погодилися, знайшли час, доєдналися до нас сьогодні через відеозв'язок. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною по відеозв'язку була пані Анна Гін. Вона харків'янка, українська письменниця та журналістка. Залишайтеся разом з 12-м каналом. У нас тільки достовірна інформація. Єднаємося, все буде Україна!